играешь в танки, подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ЛТшка немецкая, 6 уровня, ВК-2801. Проходная прокачиваемая ветка. Не путать с прем-танчиком ВК-2801 105. Нет, это обычная проходная веточка у нас. Вот, предлагаю уже на обзоре сразу начинать с бронирования данного агрегата. Погнали смотреть. Итак, вот наша ЛТшка. Давайте здесь быстро. 70, 76, 77, 77, 50. 8,7, лючок 50, маска невероятно крепкая. В борту 30, внизу тут с катками 54. Короче, спереди бронированная ЛТ. То есть на этом танке играть там с ЛТшками в противостоянии лоб в лоб вы будете в выгодной ситуации. Очень часто они вас будут просто не пробивать. Там, сами под каким углом будут тоже вам стрелять, под прямым даже иногда пробивать. Какие-то ЛТшки не будут, но в части игры против ЛТ броня есть. Давайте смотреть основные модули. Пушка топовая у нас 110 альфа и 132 пробития на основном, 158 на голде. 4 секунды время заряжания орудия, 1650 ДПМ, 0.38 точность. Вот, 1.9 время сведения. То есть комфортное сведение, быстро заряжается. Короче, на этой ЛТшке можно не только светить, но можно активно дамажить и... Дай дорогу, как это все будет вам помогать. Вот, а топовая башня у нас, так, скорость поворота 44-380. Ага, на 20 метров топовая башня дает лучший обзор, поэтому назначить качать. Так, здесь у нас 415 дальняя связь, здесь 710. Ну, сами понимаете, ЛТ 710, ну, даже говорить нечего. Ну и топовый двигатель, даже смотреть параметры с ходовой не стоит. По полевой модернизации. Смотрим. Максимальная скорость вперед. Открываем нашу мобильность. У нас и так 68. Поэтому ставим настройку клапанов, что нам даст мощность. Вот, дальше. От размера круга сведения, от времени заряжания для перестрелок в лоб с другими ЛТшками. И здесь у нас так, максимальная скорость назад. Вероятно, поставил бы вот это. Потому что вам будут стрелять фугасами часто пытаться, и вам это реально может помочь. А, касаемо оборудования, два варианта сборки. Однозначно в основной слот, дающий дополнительный буст на обзор, мы ставим просветленку, это не трогается никогда. Ставите малошумку, и в последний слот вы ставите либо турбину, либо вентиль. Все, по оборудованию все просто. По снарядам, основной снаряд ББХ летит 790, голда летит почти косарь. Да... На голде стрелять комфортно, учитывая, что здесь и пробитие выше. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Вот, ну, я как всегда с больным экипажем инвалида со старшей техники. РУ 251 с десятки снят экипаж. Вот, и, соответственно, чтобы не нивелировать потери из-за того, что экипаж не переобучен под этот танк на 100%, я поставил допаёк в виде шоколадки. Вот, ну... Я даже с таким экипажем смогу что-то тут делать. Я думаю, мне должно повезти. Нет, это скилл. Не знаю, посмотрим. Вот, экипаж, 5 членов экипажа. Первым перком командир лампы, всем остальным ремонт. Вторым перком боевой брас, а дальше качайте, как показано в таблице. По УВН у нас все хорошо, минус 10. По ХП 680, нормально. По мобильности все замечательно, почти 30 лошадей на тонну. 68 километров вперед, 24 назад. Нифига себе. По незаметности 32, но у меня, как всегда, экипажи вот раз. А здесь докачивается перк незаметность. То есть у одного нету вообще, а у другого только докачивается. Поэтому так-то можно рассчитывать где-то на 36-38. Я думаю, спокойно. По обзору 424 метра, 37 штраф. Так было бы там 461. Но, к сожалению, да, экипаж у меня... инвалиды. Вот, по плюсам и минусам танка. Танк маленький, в принципе. Танк хорошо бронирован. Танк очень подвижен. Очень подвижен. Незаметность у него тоже все вроде бы более-менее норм. И у него уникальная пушка с хорошим пробитием.
Быстрое, точное орудие. Короче, настоящая немецкая пушка. Предлагаю уже отправляться в бой, пощупать на этой машинке, поездить, посмотреть, как она играет в современном рендере. Погнали. Так, попали мы к 7-м левелам. У нас обзор боем ВК-2801. Легкий немецкий танк 6-го уровня. Проходная прокачанная ветка. Сейчас мы ее тестим. Такой вот красавчик. Ну, как ВК-2801 105, который копия практически. Так, у них что? У них два автовода. Что, надо ехать светить? Приедете у меня вот такие! Мы их всех в этом дивизионе сделаем, понятно? Вы приглашены в взвод. Армян из Чебуречной. Пришла не одна, а с Арменом. И Армену в носяру херачка! Теперь вы все уроды, а я олигарх! Я не разбираюсь! Начальника пришел! Базаром она фильтруй! Так. Не хотят они по-хорошему. Он мне водяры не даст. Так, так, так. Так, вроде ПТ-шек нет. Иначе бы я уже давно бы засветился. Я не растерялся, я же охранник. Начальника пришел. Крути динамо, понял? На чем приехал к нам? На оленя. Я тогда достал свою морковку и дал ему морковку. Это тебе сюрприз. В
Вот так, а пусть уничтожу тебя, баранин! Борьба, борьба идет, это хорошо, борьба, борьба. По-русски она учись, говорит Терама. Ну, чтобы она мне перестала возбуждать. Ну все, нормально, 1200 настреляли. Блин. Ну ладно. Встретились, посидели. Ну тут победа чистая, чё. Я уж за дамагом полетел. Ё-моё. Валите их, парни, валите. Учился рикошет. А чё экранированный тупит? Давай уже. Ты чё, друг? Вот даёт. Ну всё, победа. Короче. Нормальная ЛТшка, нормальная подвижность, хорошая пушка с быстрым КД. Вот, у меня еще экипаж больной на ней, а я все равно смог. Смог настрелять какие-то там 1300. Вот, поэтому, в принципе, годная машина. Сойдет. Сойдет. Вот, по урону, где мы тут, что? Где? Вот они. Пятое место, ЛТ. ЛТ настреляла, да. Так что, ребята, достойный аппарат на 4 с маленьким минусом, в кавычках. Вот, оборудование, я считаю, наилучшее подобрано под эту машину. Если вы со мной не согласны, пишите свои комментарии под видео. Вот, танчик нормальный, нормальный, можно играть. Вот. Ставьте лайкосы. Подписывайтесь на канал и приходите ко мне на канал почаще. До встречи в новых обзорах. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Эндомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.